Сегодня, 22 декабря, незадолго до долгожданных зимних праздников, еще две семьи из Батайска стали чуть-чуть счастливее. Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко поздравил детей с особенностями здоровья и их родителей с Новым годом и Рождеством и подарил Юре Чижову и Юле Примак по планшету, сосне и фруктовой корзине. Сегодня все депутаты Донского парламента, органов местного самоуправления идут в гости. В гости прежде всего к многодетным семьям. Семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Потому что эти дети нуждаются в особенной заботе. И эта забота сегодня проявляется всеми. Спикер Донского парламента добавил, что депутаты законодательного собрания в эти дни дарят новогодние подарки медицинским работникам в инфекционных госпиталях и ветеранам Великой Отечественной войны. Поздравляют детей-инвалидов и участвуют во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».